Здарова, чуваки и чувихи, с вами StivePro, и сегодня покажу вам глобальное обновление Майнкрафта 0.14.0. Но это довольно глобальное обновление, потому что здесь добавилось довольно много новых вещей, и в том числе фишек. Во-первых, это обновление нам приносит новые блоки, которые крафтятся из красного песчаника. В том числе, как видите, это обновление добавляет новые ступеньки. Что ж, идем дальше. Дальше у нас появляются рамки. К сожалению, они маленько багнутые, но это у меня они иногда так отображаются, иногда не отображается довольно правильно. Вот. Дальше у нас появляется выбрасыватель и дроппер. Как видите, в нем мы можем ложить и также из него можем брать. Да, довольно прикольно. Дальше нам давали слайм-блок, на котором вы можете просто-напросто попрыгать. Это просто как батут, можно сказать, использовать его можно так. Также нам давали 3 новых вагонетки. Это вот вагонетка с сундуком, вагонетка с воронкой и вагонетка с динамитом. Также нам давали репитер и компаратор. Да, они нужны для построения редстоун-схем или что-то в этом роде. Ну, как я сказал, у нас добавляется новая воронка. И также нам добавляет новый котел, в который вы можете залить воду. Вот. Ну что ж, также нам добавили... А нам добавили карту, которую вы теперь можете сделать и с ней ходить. Также нам добавили нового моба. Это у нас, угадайте, кто? А это у нас ведьма. Так, сейчас подождите. Это у нас ведьма. Вот такая ведьма, если вы будете бить, она будет пить зелье восстановления. Да, довольно. Через ведьма, которая может восстанавливать себе жизни. Также нам давали новый ползунок, с помощью которого вы можете изменить размер своего интерфейса. Также в комментариях вы можете написать, с каким вы хотите, чтобы я снимал с интерфейсом, с маленьким или большим. Что ж, так, что же я забыл? А, я забыл вроде так. Нам давали цветную броню. Что ж, так, давайте возьмем воду и краски, чтобы нам покрасить нашу воду, да. Теперь нам придется красить воду, чтобы покрасить нашу броню. Так, нет, синяя вода, синий краситель, это как-то не так. Давайте возьмем красный краситель. Так, заливаем воду и тапаем этим красителем по воде. После чего вода становится красной, и теперь вы можете брать кожаную броню и смело ее красить. Видите, наша броня покрасилась, и теперь вы можете ее также одеть. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.